Здравствуйте! Вы смотрите новости компании Life is Good. В студии Ольга Каминская. Сегодня в выпуске. Большое счастье! Четырехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге по программе ЖК Bestway. Знаковое событие. Грандиозный директорский бал компании на Кипре. Life is Good. Состоялась премьера видеоклипа Григория Лепса с участием Романа Василенко. В Санкт-Петербурге большая семья Любови Путьковой переехала в просторную четырехкомнатную квартиру. Такое счастливое приобретение стало возможным благодаря выгодным условиям программы жилищной кооперации Bestway. Это хорошее, надежное и проверенное решение для всех семей. Это социальная программа. Чем выгоднее люди будут приобретать жилье, тем их жизнь станет лучше. И это очень важно, потому что счастье нашей многомиллионной страны складывается из счастья каждой семьи. Общая площадь квартиры 114 квадратных метров. Она в два раза больше прежнего жилья. Теперь здесь с комфортом разместились все члены семьи Любови. Ее родители, сестра и маленький сын. Дом находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Имеется вся необходимая инфраструктура, рядом большой парк. У меня очень большая семья, и нам всем здесь удобно, комфортно. У каждого есть свой уголок, где он может заниматься своими делами, читать, играть на музыкальных инструментах, работать на компьютере и проводить время в кругу семьи. Со 2 по 5 ноября в курортном Лимассоле на Кипре проходил директорский бал холдинга Life is Good. Мероприятие было организовано с большим размахом и включало в себя как праздничную, так и деловую части. На остров прилетели более 600 человек – сотрудники Life is Good и члены их семей. Столь масштабное чествование директоров проходило впервые в истории компании. Участников директорского бала ждала теплая солнечная погода. В кругу единомышленников, в окружении великолепной природы на берегу Средиземного моря они отлично проводили время. 3 ноября деловую программу открыл официальный международный партнер холдинга Андреас Винц. Его выступление продолжалось 4 часа. Всемирно известный коуч и давний друг Life is Good представил аудитории конкретные инструменты, направленные на стимулирование роста личных бизнес-показателей. В частности, речь шла о профессионализме в продажах. Как правильно формулировать вопросы и отвечать на них так, чтобы избегать возражений? Каким образом гибко реагировать на разные ситуации, возникающие в ходе встреч? Профессионализм компании не просто вырос, потому что их стало много, а потому что они реально зарабатывают деньги. Это возможно только когда есть продажи. Здесь профессионализму уделяется очень большое внимание. Это реально чувствуется, рост сумасшедший, то есть ну здорово очень. Мне приятно здесь работать, потому что люди меня слышат, и они хотят быть профи. Далее деловая часть продолжилась в формате конвенции. Свои истории успеха представили около 30 новых директоров холдинга. Мы добавили немножко, наверное, какой-то душевной теплоты и искренности. Сегодня мы дали слово тем новым директорам, которые появились в нашей компании. И их основная цель при выходе на сцену – это просто поделиться своими историями. То есть они рассказывают, как они пришли в этот бизнес, какие встречали трудности, что им помогло в конечном счете добиться того результата, который они сейчас получили. У каждого из выступивших своя дорога к успеху. Бесценный опыт, приобретенный на этом пути, является для новых сотрудников алгоритмом к достижению карьерных высот. Я также пришел вот именно с такого семинара в компанию. Естественно, когда ты видишь на сцене успешных людей, хочется быть таким же, да, повторить их успех. Судя по тому, что я сейчас имею, как протекает моя жизнь, да, это очень хороший успех. Каждая история лидера – это наглядный пример успешного человека, обеспеченного, благополучного, уверенного в себе и в завтрашнем дне. Эти люди доказали на личном примере, насколько уникальна и эффективна бизнес-модель Life is Good. Те, которые только пришли в нашу компанию и хотят стать директорами, то они видят, что это реально возможно. Маркетинг позволяет это сделать, во-первых, и все условия, которые создает президент для наших директоров, то есть это вот и есть наш успех. На Кипре состоялась презентация новых медийных продуктов холдинга. Это корпоративное печатное издание, глянцевый журнал Life is Good Style, интернет-ресурс lifeisgoodstyle.com, а также Life is Good Media, инструмент, призванный с помощью видеоконтента формировать позитивный образ компании с высокими духовно-ценностными ориентирами. Также были представлены удостоверения директоров Life is Good и пластиковые карты с персональным QR-кодом.
По окончании презентации на сцену поднялся президент Life is Good Роман Василенко. Он выразил благодарность гостям в зале за поддержку столь значимого события в жизни холдинга. Поздравил новых директоров с высоким карьерным достижением и вручил каждому из них бриллиантовый знак отличия. У меня была мечта, огромная мечта стать директором. За 2 года я сделала карьеру директора компании Life is Good. Люди идут на успех, на радость, на деньги, на счастье, на любовь. Завершением делового дня стало торжественное посвящение в директора. Его участниками стали около 60 лидеров холдинга. Они приняли присягу на верность компании и ее президенту, в знак чего поставили подписи в книге чести. Роман Василенко вручил директорам удостоверения и карты с персональным QR-кодом. Со всей ответственностью осознаем, насколько это важно для каждого из нас и для жизни нашей компании. У нас все настолько прозрачно, надежно, что все должны это знать. И именно этим документом были закреплены вот эти основные наши действия. Далее состоялась трогательная церемония. Возле бассейна был сервирован стол, места за которым заняли исполнительный директор Life is Good Анна Высоцкая, официальный международный партнер холдинга Андреас Винс и президент компании Роман Василенко. Гости закрыли глаза, а когда открыли их спустя несколько мгновений, увидели на мостике всех директоров Life is Good. Почти 20 лет назад на том же самом месте стоял Роман Василенко, который в те годы впервые достиг директорского уровня. Шары из рук лидеров были выпущены в ночное кипрское небо, а кульминацией церемонии стал грандиозный салют. На следующий день, 4 ноября, начались культурно-развлекательные мероприятия с большой концертной программой. В общей сложности на Кипр прилетели более 80 артистов разных жанров. Открытием праздничного дня стал грандиозный директорский бал. Он был организован в лучших традициях светских приемов времен царской России. Под звуки живой музыки директора и их вторые половины кружились в танце. А помогали им профессиональные танцмейстеры, члены исторического общества «Бал в русской усадьбе». Мечта любой девушки – оказаться на каком-то балу, одеть платье принцессы и быть, кружиться в этом танце. Смотришь на директоров, которые отмечают этот бал, здесь у людей сказка в глазах, волшебство. Ну, это, знаете, это нужно испытать, это нужно почувствовать, и тогда ты только поймешь, что это такое. Директорский бал является значимым событием для каждого сотрудника MLM-индустрии. Это важный рубеж и одновременно новая ступень на пути достижения вершин карьерного роста. Заслуженная награда за упорный труд, самоотдачу и верность поставленной цели. Повод для гордости за персональные деловые успехи. Каждый из директоров внес личный вклад в развитие бизнеса Life is Good. 20 лет назад, вот на этом самом мостике, я стоял с шариками, и был бал в честь моего директорского уровня. Тогда я достиг 6-й директорской ступени. В компании всего 4 года, и за это время у нас родилось уже более 130 директоров. Мы наблюдаем потрясающую динамику роста, потрясающую динамику становления директоров. И это действительно достижение нашего холдинга, достижение нашей команды спикеров, достижение нашей команды тренеров и, естественно, Международной бизнес-академии. Ярким завершением директорского бала стал концерт звезд российской эстрады. Его ведущим выступил легендарный питерский конферансье Михаил Майзель. На сцене выступили известные артисты развлекательного жанра, в числе которых Юрий Гальцев и королева пародии Елена Воробей. Также в концертной программе приняли участие популярные исполнители диджей Слон и Катя, большой друг холдинга Андрей Алексин, а также Влад Соколовский. Life is Good все чаще и громче звучит в широком медийном пространстве. 22 ноября состоялась премьера видеоклипа «Life is Good», автором которой выступил Роман Василенко. Он же снялся в главной роли этого произведения, а исполнил музыкальную композицию звезда российской эстрады Григорий Лепс. Видеоклип размещен на YouTube на официальном канале певца и с каждым днем набирает все большее количество просмотров. По сюжету Роман Василенко отправляется в увлекательное путешествие навстречу новым открытиям. Он оказывается в живописных и труднодоступных местах, наслаждается природными красотами, знакомится с людьми, а затем возвращается домой к семье. Работа над роликом шла несколько месяцев. Съемки проходили в разных регионах России – Хакасии, на горных хребтах Красноярского края, отдельные эпизоды были сняты в Сочи. На сегодня это вся информация. Следите за новостями компании на нашем видеоканале Life is Good на портале YouTube и в социальных сетях.
Также все выпуски новостей доступны на официальном сайте компании. Жизнь прекрасна, будьте с нами!